Привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию супер спасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем трек «Верю». Начало великолепно, ребятки, современно, стильно, друзья. Голос красивый, все красиво, начало шикарное. Дальше слушаем, ребятки. Очень шикарно, ребятки, двигаться, танцевать. Наслаждаюсь, ребята. Танцую, двигаюсь. Мне нравится, ребятки. Голос красивый, поют стильно, современно, музыка современная, все стильно. Трек великолепный, ребятки. Такой легкий. Профессиональный. Профессиональный. И я, знаете, почувствовал, что я как будто где-то, вот, знаете, в клубе. Извините, ребятки. Вот как будто я в клубе, я танцую. Да, в танцевальном. И так классно. И все как будто танцуют, и все поют. Потому что этот трек легкий, ребята. Легкий. Так удобно танцевать, ребятки. Приятный. И приятный. И голос шикарный. И как он пел. Подача какая, ребятки. Музыка классная. Вот все понравилось. Все стильно. Современно, ребятушки. Талантливо. Талантливо. Молодец. Умница. Продолжай в таком же духе. Ребята, слушайте. Наслаждайтесь. Реально, ребятки, красивая музыка. Все мне понравилось. Пел шикарно. Ребятки, вот хочу дополнить, да, вот текст я слушала. Молодой человек очень красиво написал и спел. Я верю, я знаю. Я никогда свою, как сказать, я свою жизнь хочу связать именно с музыкой. Я никогда не брошу свою музыку. Ему нравится, понимаете, это его отдушина, это его жизнь, это его, понимаете, стиль. Работа. Работа его. Ему очень нравится это, понимаете. И он хочет связать свою жизнь именно с музыкой. Я только приветствую, ребятки. Человек занят делом своим, который ему нравится. И он в песне это спел. Вот все, ребятки. Молодец, умница, талантливый мальчик.